не знаю, там вроде нас в Россию увозят на переформирование, там потом под Херсон, говорят. Вот, а я думаю, там, блядь, если в России все получится, то я, блядь, больше не поеду уже, там, попытаюсь петлянуть, да там, в печенку съебать. Блядь, в других батальонах увольняют, короче, по истечению срока контракта, а в этой 200-й бригаде, короче, нихера, ничего никто не хочет делать. Самая конченная бригада, все говорят. Муж уезжал там у подруги, и вот он 3 месяца отслужил, у него контракт кончился, у него спросили, что, бус продлевать или, ну, домой. Он говорит, домой, вот буквально сейчас на днях домой приехал. Звонили, короче, вчера командиру батальона, комбату, ага. Ну, в печенгу там, задали ему вопрос, типа, что насчет увольнения, он сказал, все, это решайте через ротного, ну, командира роты. Ага. А командир роты сказал, говорит, ну, типа, ну, он сам не знает, говорит, если увольняют, он говорит, я никого держать не буду, говорит, типа, я вас отпускаю, типа, можете идти. Я после 11 позвоню в этот военкомат. И спрошу, типа, что, как, зачем, почему. И почему они так поступают. Да, там, узнай то, что скажи, почему из других бригад вообще вывозят домой по истечению 3 месяца, а как бы пусть это поднимают, решают вопрос. Потому что сейчас, если хотят под Херсон закидывать, а там вообще, говорят, попа полная.